Первый день это день катки. Здесь желательно не ехать быстро, привыкнуть к машине, привыкнуть к трассе. Это было сегодня важно. Поэтому, в принципе, наша задача была стабильно отъездить первый день. Впереди вся гонка, впереди весь Дакар. Трасса была несложная, абсолютно несложная трасса. Ну, пару раз слетели с трассы, ну, в принципе, где повороты были не прописаны, ушли во враг. Ну, наверное, поэтому мне результат скромный, но я думаю, это хорошо. Здесь нельзя было совершить ошибку. Одна ошибка, и можно было многое потерять. Видели пару следов, когда машины уходили. Ну, кто-то нажимал, конечно. В общем, все нормально. Будем смотреть, в чем дело. У нас пропала зарядка. No, there was no sand. All hard packed road. A little more like what I would consider WRC. So for us to be able to match the minis at a special like that today. It really makes me happy. I think that we'll be very good as the rally goes on. Было крайне сложно обгонять. Мы два раза вылетали с трассы, ну не критично, но тем не менее, да. В один такой прилет к нам тут же взад еще прилетело баги, подровняв бампер. Все участники сегодня были в некотором мандраже. Несмотря на правила, никто не хотел пропускать, обгонять было крайне сложно. Соответственно, это провоцировало всех на различные ошибки.